Лосьон для жирной и проблемной кожи от бренда Happy Dew. Естественно, наносить его нужно после очищения, но перед уходом. Это та самая граница, которую нам нужно перейти. И для чего он нужен? Он очень хорошо способствует сужению пор, матированию. Ну а, соответственно, гидронаты в составе очень хорошо будут увлажнять кожу. Всем нам известно, что жирная кожа не равно сухая, но жирная кожа может быть обезвоженная, в том числе так же, как и сухая кожа. Тоник создан при помощи инновационной технологии Цветолат Экотехнологии, которая позволяет добывать экстракты цветов, не нарушая цветение растений. Пробежимся по составу. Ниацинамид – это разновидность витамина В, или еще в народе ее называют как никотиновая кислота. Этот витамин участвует в питании нашей кожи, в клеточном обмене, в регенерации, и, соответственно, он необходим для того, чтобы снижать какие-то покраснения, высыпания, воспаления и так далее. Способствует снятию воспаления, сияния кожи и матовости кожи. Салициловая кислота регулирует работу сальных желез, в том числе очищает кожу и, соответственно, сужает поры. Применение. Очистить кожу, промокнуть, нанести на ватный диск, протереть лицо или сбрызнуть из пульверизатора и дальше уход по типу кожи.